преклоняемся перед мужеством и героизмом тех, кто вернул мир и радость в каждый дом, отстоял свободу народов и независимость государств. На площади у Вечного Огня участники республиканского бала выпускников учреждений высшего образования. Стою у огня, а вокруг тишина. Нашу память хранит этот вечный огонь. В память о тех, кто отдал жизнь за освобождение Белоруссии и приблизил час великой победы, объявляется минута молчания. Чтобы вы были заметны среди всех,
среди всего коллектива. Что во сне их можно было видеть. Вот это Дима, вот это Оля, вот это Владимир, который в скором будущем займет более высокие должности. Господприятия, приятия к переработке, других ведомств делаются представлять. Но для этого необходимо очень серьезное знание и необходимо, конечно же, способности. Если мы хотим пригодиться для народного хозяйства комплекса, чтобы к нашему имени добавляли еще отчество, не Владимир, а Владимир Иванович, не Оля, а Ольга Владимировна и так далее. И необходимо вот эту приставку зарабатывать, своим трудом зарабатывать. В этой связи самое главное – не жалеть себя. Не жалеть себя. Если вы будете щадяще к себе относиться, будете жалеть себя, то еще мама будет сбоку помогать с папой. Жалеть, ай, детятка, как ты схудала, ай, детятка, как тебе тяжело и так далее. Поддадитесь этому. Знаете, можете потирать не только специалиста, потерять свою карьеру, потерять свое будущее. Именно в трудностях закаляется характер. В трудностях проявляется человек. И чем тяжелее, тем сложнее. А вот когда ты тяжелый путь прошел, тогда легче, конечно, работать. Уже подготовлен ты, закаленный. Сидящие здесь старшее поколение, мужчины, не помню, туда приходили вооруженные силы Советского Союза. Когда вот именно с гражданских этих дел переходили на военные, как нелегко было адаптироваться. А потом, когда прошло время, когда ты закалился в этих трудностях, ты совершенно другим человеком приходишь уже на граждан. Совершенно другим человеком. Поэтому я хочу искренне пожелать, чтобы в вашей жизни все получилось удачно. Я через некоторое время мог читать и с удовольствием подписывать наградные документы, и подписывать каждому из вас, по крайней мере, рекомендации на повышение в должности. А то, что сегодня вы выпускник, завтра вы специалист сельского хозяйства, завтра вы специалист управления по сельскому хозяйству, комитета по сельскому хозяйству, министерства по сельскому хозяйству. Буду столкнуться с предложением научную работу, не без этого. Пожалуйста. Самое главное, чтобы ваша жизнь закалила и не испортила. А вы пришли на усиление. Именно кадров потенциала агропромышленного комплекса. Говорится мне от имени Министерства сельского хозяйства от себя искренне пожелать, ребята, вам удачный старт. Чтобы все ваши жизненные мечты реализовались. Что вы нашли себя в нашем гражданском обществе, нашли себя в народно-хозяйственном комплексе, были, безусловно, золотым фондом кадров агропромышленного комплекса. Чтобы за вас сегодня были горды ваши родители, были довольны, безусловно, ваш преподавательский персонал, особенно ректора. Значит, приятно ректору, что выпускник какого-то учебного заведения еще не возглавляет такое высокое ведомство. Когда уже даже ректор приходит, знает, что там выпускник, разрешится. Да? Это ждет вас, разрешает вас. Поэтому помните, кто вас воспитывал, помните, кто вас учил, кто вас наставлял. Поэтому зашать закрыть доступ. Уважаемые участники бала выпускников, по доброй традиции министр сельского хозяйства каждого из вас принял решение наградить благодарностью и вручить вам памятные подарки за отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской работе и общественной жизни учреждения образования. Объявить благодарность министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь следующим выпускникам учреждения образования. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Новиковой Екатерине Геннадьевне. Памятный подарок в часы. Да, с надписью. Вот большой Кристине Ивановне. Белорусский
Сдержанности. Белорусский государственный аграрно-технический университет. Кудрявцеву Кириллу Михайловичу. Разрешите мне от лица всех выпускников аграрных вузов 2013 года выразить слова искренней благодарности Министерству сельского хозяйства и продовольствия за то внимание к развитию аграрного образования, за помощь и поддержку студенческой молодежи. Инновационное развитие современного сельского хозяйства невозможно без высокообразованных и квалифицированных специалистов, для подготовки которых сегодня немало делается нашими аграрными вузами. Благодаря высокому профессионализму профессорского и преподавательского состава, их умению донести до нас не только знания, но и мотивацию для достижения целей, сегодня перед вами выпускники, которые знают, чего от них хотят и как этого достичь. Сейчас, на пороге самостоятельной жизни, у нас много надежд, ожиданий, много энергии и чистолюбивых планов. Для нас открываются новые перспективы, новые горизонты и возможности для самореализации. Для этого у нас есть знания и умения, и во многом мы получили благодаря вашей поддержке на протяжении всех лет нашей учебы в университете. Сельское хозяйство – это довольно трудоемкая и сложная отрасль, и все, кто свою жизнь связал с ней, достойны признания и уважения. И я от лица всех студентов заверяю вас, что мы, выпускники 2013 года, будем достойной заменой специалистов природно-промышленного комплекса, который есть сейчас, и внесем свой посильный вклад в развитие сельского хозяйства, а также в укрепление экономики нашей Родины. Спасибо. Уважаемый Леонид Константинович, разрешите в знак благодарности и признательности президенту, правительству, родному министерству преподнести вам цветы от всех студентов сельскохозяйственных вузов 2013 года, выпускников. Большое вам спасибо за ваше внимание особое к нам и за поддержку наших учебных учреждений. Спасибо. Большое спасибо. Лучшую студентку, а в дальнейшем, может быть, и лучшую жену здесь, на республиканском балу выпускников. Поэтому обратите внимание, но пока что хорошее настроение.